Друзья, всем большущий привет, меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Сегодня я делаю видео, которое, честно говоря, не планировал делать, но вы, посмотрев несколько моих обзоров и P20, и Mate 10 Pro, вы написали мне: Филипп, сделай, пожалуйста, сравнение Mate 10 Pro и P20. Ну, друзья, если вы просите, я это делаю. Телефоны, по большому счету, достаточно разные, но при этом я понимаю логику, что если бы мне хотелось бы купить крутой Huawei, то я бы находился именно на этой дороге. Либо бы я пошел и выбрал себе Huawei Mate 10 Pro, либо я себе выбрал бы P20. Ну, давайте тогда сравним эти два телефона, посмотрим, как они выглядят, посмотрим, как они справляются со своими задачами, а также посмотрим, как они в плане фото и видео. Начинаем с внешнего вида, но по внешнему виду это два очень крутых, очень красивых, очень классных телефона, очень ляпающихся телефона, но так как эти смартфоны в 100% нужно носить в чехле защитном, потому что любое падение — это стекло здесь и здесь, любое падение — это до свидания, поэтому эти телефоны нужно носить в чехле. А вообще они очень, конечно же, красивые, сзади такая стеклянная панель. Единственное, что стеклянную панель обычно ставят туда, где есть беспроводная зарядка, но компания Huawei беспроводной зарядки не добавила. Здесь оба телефона имеют влагозащиту. Правда, Mate 10 имеет влагозащиту по IP67, а этот телефон, а P20 имеет влагозащиту, не очень понятно по какой системе, потому что она не указана. Mate 10 Pro вышел в октябре 2017 года. P20, вы знаете, это совсем свежая новинка, она появилась в марте-апреле 2018 года. Знаете, что мне приятно? Что у нас сегодня будет сравнение и некое соревнование в рамках одной команды. То есть у нас не будет, там, например, Samsung и там iPhone, соревнующегося с P20. У нас будет именно соревнование в одной команде двух крутых, классных телефонов. В Mate 10 Pro 6-дюймов дисплей, в P20 5,8. Но выглядят они, я бы сказал, так, что в 10-м Mate гораздо больше дисплей. Я бы сказал, что это в том числе за счет того, что здесь есть вырез. Это многими ненавистная монобровь. Если спросить меня, то я отношусь к ней достаточно спокойно. Ну вот, есть она и есть, и бог ты с ней. Но вообще, наверное, по внешнему виду мне больше подходит Mate 10 Pro, потому что он более лаконичен. Здесь есть а, похожесть на iPhone, б, сдвинутая в бок камера. Спереди есть внизу сканер отпечатка пальцев, плюс клавиша, при помощи которой можно управлять смартфоном. На Mate 10 этого нет. Мне нравится, когда чистый смартфон. Но при этом здесь разные экраны. И здесь на Mate 10 стоит Super AMOLED экран. Я люблю Super AMOLED. А на P20 стоит IPS экран. У них примерно одинаковое разрешение. Но что важно, если, например, мы наклоняем телефоны в выключенном состоянии, то IPS экран показывает черный экран, а Super AMOLED дает вот такую картинку, то есть экран ты видишь и даже отражается. Сказать, что это какая-то проблема? Да, конечно же, нет, не проблема, но просто вот они так немного выглядят. Если просто два эти телефона сравнивать и экраны их сравнивать, то мне они оба, конечно же, нравятся, они оба классные. Единственное, я бы сказал, что при изменении, при наклоне в Mate 10 меньше происходит изменение цветов и меньше тускнеет экран, вот я бы так сказал. А так, по большому счету, ну и белый цвет, честно говоря, на Mate 10 мне нравится больше, чем на P20. Но это так. Я думаю, что кому-то из вас может понравиться больше и то, что на P20. Вообще, если вот про себя говорить, мне экран побольше нравится больше, чем экран поменьше. Даже несмотря на то, что здесь практически они одинаковые, но на самом деле разница есть. И разница есть и в ширине, и разница есть в высоте. В общем, мне удобнее общаться с Mate 10. Есть версии и на одну симку, и на две симки. И есть версия на 128 гигабайт в обоих телефонах.
И P20 это только 128 гигабайт и 4 гига оперативки. И Mate 10 имеет два варианта, либо 64 на 4, либо 128 на 6. Я, конечно же, думаю, что 128 на 6 это гораздо прикольнее. Чуть попозже мы сравним быстродействие этих телефонов и чуть попозже мы сравним, насколько эти телефоны могут хранить в себе данные и насколько они могут не перезагружать программу, но это попозже. Что касается разблокировки, ну, во-первых, здесь в P20 есть разблокировка по лицу, и она очень круто работает, просто очень круто работает. Ты берешь телефон, наклоняешь, и он уже разблокировался, понимаете? Вот он лежал, ты его просто взял, и он разблокировался. Причем даже если будет темнота, он все равно разблокируется, потому что он немножко осветит твое лицо. И да, это не 10-го iPhone технология, и даже не нового Mi 8. Там тоже сканер такой же, как в iPhone, Face ID, но при этом работает очень хорошо. Что касается Huawei Mate 10, то здесь все по старинке, здесь нету сканера по лицу, здесь есть задний сканер. И сейчас мы можем проверить, какой из них работает быстрее, потому что здесь внизу тоже сканер отпечатка пальцев на этой кнопочке. Давайте проверим сначала, как работают они по кнопкам. Раз, два. Видите, то один выигрывает, я бы сказал, то другой. Но изменения и три. Раз. А теперь я предлагаю сравнить сканер отпечатка пальцев на Mate 10 против разблокировки экрана при помощи лица. Давайте пробовать. Раз, два, три. Оп. Раз, два, три. И раз, два, три. Ну, сканер отпечатка пальцев работает, конечно же, быстрее, но просто на доли секунды опаздывает разблокировка экрана по лицу, и она работает действительно очень прикольно. Здесь, конечно же, плюс P20. Эти телефоны, внутри у них примерно одинаковая система, примерно одинаковая оболочка, но все-таки P20 это более продвинутый телефон, да, более современный, поэтому у него стоит Android 8.1, а не 8.0. Я скажу вам, честно говоря, вообще без разницы, какой там стоит Android, по большому счету, да. Ну, точнее, какая-то, конечно, разница есть, вы можете сейчас придраться к этой моей фразе, но вообще, ну, реально нет никакой разницы. Но что касается вообще самой системы, то сама система мне нравится на Mate 10 Pro, нежели на P20, потому что мне так показалось, что в Mate 10 больше настроек. Ну, как минимум, знаете, здесь есть настройка темной темы. Это то, чего очень давно хочет иметь Wylsacom на iPhone. Возможно, и вы тоже хотели бы иметь на айфонах это. А вот, например, в P20 темной темы нету. И я даже не знаю, почему. То есть здесь есть в Mate 10 можно зайти в раздел «Батарея» и включить как раз-таки интерфейс в темных тонах. Если в P20 зайти в «Батарею», то здесь такой опции нету. И это, честно говоря, немного странно. И вот так вот по мелочам тоже можно найти всякие разные моменты, при помощи которых система на Mate 10, мне кажется, более полноценная. Но зато в P20 есть возможность менять управление, менять нижний вид клавиш. Мало того, они пошли настолько далеко, что даже сделали новую систему управления, которая только реализована в Google Pixel. Google Pixel, а точнее в новой системе Android P. То есть, когда внизу нету традиционных домой, назад и многозадачность, а есть только вот такая палочка, при помощи которой ты перемещаешься, при помощи которой ты вызываешь многозадачность. И если на нее нажать, то это сворачивание, а если ее подержать, то, соответственно, это экран дом. Я не очень пока привык к этому, честно могу сказать, но понимаю, что, видимо, за этим все-таки будущее. За этим, за движениями и так далее. Кстати, если вы вдруг забыли, то в P20, если вас очень сильно раздражает вот эта челка, ее можно скрыть, зайдя в раздел «Контроллер» в экране. Экран, контроллер, и вот у вас вариант уже без челки. Ну, если вас сильно раздражает, здесь на Mate 10 такой проблемы нет. Да и в целом, как я уже говорил, в этом проблемы в принципе нет. Только лишь одна вещь. Это в том, что не все приложения оптимизированы под вот эту челку. И даже Instagram не оптимизирован под эту челку. И поэтому в P20, когда ты пользуешься Instagram, периодически некоторые элементы, они попадают на эту челку. Я думаю, что это рано или поздно исправят, но вот такой момент есть. Я думаю, что
и не только в Инстаграме. Пару слов про батарею, потому что здесь стоит в Mate 10 стоит 4000 мАч, в P20 стоит 3400, и, конечно же, здесь 100%. P20 в основном у меня не доживал до моего вечера, то есть могу сказать, что тут батарея хорошая, но не доживающая до конца. Mate 10, конечно же, более уверенно доживает до конца дня, может быть, даже немножко захватывает и следующий день. Так что в плане батареи, конечно же, Mate 10 это хорошо, но вообще, если честно говорить, то предыдущие Mate, по-моему, Mate 8, меня больше всего впечатлил по батарее. Мне казалось, что он был просто очень-очень крутым. Теперь все немножко попроще. На обоих этих телефонов нету аудиоджека. Соответственно, вы сможете слушать наушники только при помощи Bluetooth. И вы знаете, мне тут один молодой человек поправил, или не поправил, а уточнил, что когда вы слушаете телефон через проводные наушники, то здесь звучание очень сильно зависит от ЦАПа, который установлен в телефоне. А если вы слушаете при помощи Bluetooth, то в основном звучание уже зависит от самих наушников. И мне показалась эта информация интересной, и если она вам тоже показалась интересной, то ставьте лайк. В общем, когда наушники обрабатывают звучание, то по Bluetooth просто передается сигнал, наушники уже все преобразуют, и все, в общем-то, зависит от них. Огромное спасибо, кстати, вам за то, что вы оставляете комментарии, за то, что вы оставляете дельные комментарии, помимо бездельных и всякой ерунды, которую вы пишете. Есть также люди, которые наполняют все-таки наше общение полезной информацией, за что вам, друзья, большое спасибо. И я всегда, всегда призываю вас, если вы видите какую-то неточность, которую я, например, говорю, или чего-то я не знаю, еще что-то, вы сообщайте, потому что это может быть важно, потому что другие люди читают комментарии, и они увидят, что вы в теме, и то, что вы знаете какую-то полезную информацию. Пишите обязательно, это всегда очень важно. Давайте двигаться дальше. Ну, звучание просто. Сейчас проверим. Вот я ставлю максимальное звучание, максимальную мелодию. И посмотрим на ютубчике песенку. Даже, наверное, не на ютубчике, а я просто зайду в свои аудиозаписи. Что-нибудь отсюда. Ну, не знаю, сколько вы слышите, но Mate 10 звучит получше. Это точно. P20 немножко какой-то порезанный по звуку. Как будто посерединке немножко не хватает в P20, и как будто бы он чуть-чуть потише. В общем, звучание у Mate 10 мне нравится больше. Вот видите, производители вечно выпускают такие телефоны, которые нельзя сказать, что вот он и тут лучше, и тут лучше, и тут лучше. И нам приходится думать, блин, какой же телефон купить, потому что этот звучит лучше, а этот лучше фотографирует, у этого лучше продолжительность жизни, а у этого экран получше. Ну, камон, ребята. Ладно, это просто отступление. Давайте двигаться дальше. У нас впереди разговор о камере, но сначала разговор о быстродействии. Значит, два телефона. Они оба построены на Kirin 970. У них есть искусственный интеллект, бла-бла-бла. Они чего-то там предугадывают. Об этом нам рассказывали в презентации. В общем-то, я вот сейчас просто из памяти убираю все программы, которые здесь есть. Напомню, что на Mate 10 6 гигов, на P20 4 гигабайта. И давайте просто позапускаем программу, посмотрим, какие из них быстрее запускаются, а потом посмотрим, какие из них остались в памяти. Начинаем с Google карт. Так. Instagram. Pages. Смартфоны примерно идут одинаково. Facebook. С одной стороны, это неудивительно, потому что они построены на одной платформе. С другой стороны, ну, теоретически, P20 мог чуть-чуть быть быстрее. Telegram. Power Director. Это удобная программа для монтажа. Если вы вдруг не знаете, пользуйтесь. Она бесплатная, очень удобная. Мне нравится. ВКонтакте. Chrome. И сайт Apple. Так, программы мы все загрузили, они у нас есть в списке. Теперь давайте посмотрим, насколько они остались в памяти. Так, на P20 перезагрузились карты. Instagram
на P20 перезагружается. Я думаю, что если дальше смотреть, все, можно сказать уверенно, что P20 с 4 гигами скидывает приложение из памяти. В Mate 10 6 гигов, и он держит приложение в памяти. Это, соответственно, круто. Ну, по быстродействию увидели, все было примерно одинаково. Теперь давайте посмотрим цены. И еще один важный момент. Mate 10, он не продается официально в России. Не продается, потому что его, честно говоря, не очень хорошо покупали в прошлом. Хотя телефон, как мне кажется, очень-очень классный. Но он вечно стоил в России дорого. 50 тысяч и выше. Поэтому в России Mate 10 официально не продается. P20 официально продается. Ну, значит, мы будем сравнивать серый рынок с не серым. Традиционно цены я смотрю в Яндекс.Маркете. Так, значит, Mate 10. 6 гигов. Так, стоимость 44 тысячи. Еще раз напомню, только серый есть. P20. Huawei P20 официально стоит 44 тысячи. И, соответственно, на сером рынке он стоит даже по 37 тысяч. То есть P20 ценят меньше, чем Mate 10. Это интересная информация. Что касается, например, старта продаж, то на старте продаж Mate 10 стоил 650 евро, а P20 стоил 680 евро. Но это там у них за границей. У нас получается интересная ситуация. P20 стоит подешевле. Ладно, друзья, все, теперь только камера. Единственная вещь, которая нас отделяет от какого-то финального результата, это камера. Камера в P20 более прошаренная и более продвинутая. Не только за счет того, что тут интерфейс и какие-то новомодные фишечки, здесь есть искусственный интеллект. И я уже показывал в своем инстаграме, как искусственный интеллект реально делает фотографии. Он просто преображает фотографию. То есть, по сути, ты берешь, фотографируешь, ты фотографируешь закат, твой телефон понимает, что это закат, или ты фотографируешь, там, не знаю, кошку, он понимает, что это кошка, и он подстраивает сцену так, чтобы фотография выглядела красивее. То есть, если отключить вот этот момент, фотография будет обычной. Включаешь — красивее. И вот прям фотография получается такой, ее сразу можно закидывать в Инстаграм, ничего практически не крутя. Если ты человек, например, фотографирует, телефон понимает, что это, например, можно включить портретный режим, и его включает. А если ты фотографируешь, например, лист бумаги, то он говорит: давай я тебе отсканирую этот лист бумаги. То есть вы фотографируете, он такой: оп, режим сканирования. То есть это прям очень прикольно, молодцы. В Mate 10 Pro тоже, кстати, обещали искусственный интеллект, и вроде как он есть, но он работает совсем не так круто. Ну, давайте посмотрим, в общем, фотки и видосы. Значит, здесь у нас Mate 10, здесь у нас P20, давайте посмотрим первое, что нужно сделать, фотка в помещении. Ну, я думаю, заметно, да, здесь гораздо больше деталей и ресницы есть на P20, на Mate 10 чуть-чуть все попроще. Та же фотография в портретном режиме. В портретном режиме тоже P20 лучше отработал, здесь вот на Mate 10 вот есть и артефакты всякие по обрезанию фона, например, от головы, ну и деталей тоже побольше на P20. Фотка зелени, ну зелень тут получилась, на P20 включился режим зелень, и в итоге у нас все более зеленое. Если взять детализацию, я бы сказал, что с минимальным преимуществом побеждает P20. Минимальное, еле заметное, почти незаметное. А вот уже фотография против солнца, здесь тоже на P20 включился режим зелень, еще, наверное, и закат, поэтому фотография получается более фактурной и красивой. Ну, а уровень детализации примерно одно и то же. Единственное, что вот уже на Mate 10 трава больше видна, а на P20 она вот немножко смазалась. Фотка напрямую против солнца. Здесь прямо видно, как хорошо на P20 отработал искусственный интеллект, который понял, что ситуация прям очень сложная, с ней надо бороться. И он предложил мне некоторое время держать камеру ровно, чтобы он с разной экспозиции снял несколько фотографий. В итоге получился такой хороший HDR-снимок на Mate 10. Все гораздо попроще и потемнее. А это уже селфи, портретный режим. На P20, кстати, 24, по-моему, мегапикселя камера или что-то около того. На Mate 10 8. Честно говоря, вообще непонятно, зачем ставить 24-мегапиксельный модуль, если в итоге он фотографирует совершенно так же, как и 8-мегапиксельный. Селфи получились примерно одинаковые. А вот фотография заката. Здесь уже опять искусственный интеллект лучше обработал, создал определенную
схему, и у нас получилась фотография покрасивее. А вот если говорить про детализацию, то она, кстати, получше чуть на Mate 10, чем на P20. Просто на объекты получились чуть более четкими. А вот в домашних условиях сфотографировать двигающуюся собаку вообще достаточно большая проблема в автоматическом режиме, но видно, что P20 чуть получше это сделал, чем Mate 10. Собака размазанная, конечно, и тут, и там, но на P20 шерсть получше видна, чем на Mate 10. Самое время сравнить видео. И что самое интересное, вот, например, в окне на Mate 10 видны какие-то очертания, P20, мало того, что фокус теряется, так еще и ничего не видно. По стабилизации, наверное, чуть поинтереснее будет P20, но цветовой диапазон все-таки лучше на Mate 10. Смотрите, уже прорисовалось дом, а здесь на P20 чуть попозже все, и не до конца. Ну и теперь съемка видео в обычном режиме на улице, просто посмотреть, как работает экспозиция и все остальное. Стабилизация мне больше нравится на P20, вот это как раз я бегу, видно, что Mate 10 все-таки трясется. Ну, в итоге что мы имеем? Что камера лучше работает на P20 все-таки в основных режимах. И фото, и портреты везде чуть получше, везде чуть аккуратнее. Видео чуть-чуть получше, правда, в итоге диапазон световой похуже. Поэтому светлые объекты с темным фоном плохо работают. Это мы видели в картинке с окнами. Ну что, мы все посмотрели. Мы сравнили телефоны по всем параметрам, и по звучанию, и по тому, как они долго работают, и по их дизайну, и по тому, как они, какое у них быстродействие, и камеры, и цена. И у каждого из телефонов есть свои плюсы и свои минусы. Если я сейчас начну их перечислять, я боюсь, что что-то я забуду. Если бы мне сейчас сказали: «Филипп, какой бы из этих телефонов ты себе оставил, а какой отдал бы?», я бы, честно говоря, подумал. Потому что мне нравится, вообще мне телефон, мне нравятся телефоны, когда они больше. Поэтому я отдаю предпочтение Mate 10. Но P20 интереснее фотографирует. И у него есть классная разблокировка по лицу. И это прямо вот, наверное, Mate 10 лучше держит батарею. Но P20 более современная система. Ребят, я не знаю. Вот реально не знаю. То есть... Ну, если бы сказать: «Все, Филипп, вот либо то, либо другое», то да, вы напишите в комментариях, что бы вы выбрали. Mate 10 Pro или Huawei P20. Вы знаете, вот у меня почему-то душа говорит: «Филипп, Mate 10 Pro, это вот как бы тебе». Не знаю, душа. То есть как мозг говорит, я бы так сказал, душа хочет Mate 10, а мозг говорит: «Филипп, это прикольнее, интереснее, фотографирует класснее». И так далее. Для тебя же фотография важна? Важна. Я все равно оба этих телефона буду отдавать, потому что это не мои, а компании Huawei. Им, кстати, спасибо за то, что дали потестить. Скоро мне дадут, кстати, P20 Pro, и я сравню его с вот этим P20. Вам, соответственно, расскажу всю правду, как, насколько прямо класснее или не класснее. А так, хорошие они, оба хорошие, мне очень нравится. Huawei молодцы вообще, вообще, в принципе, молодцы. Я думаю, что многие из вас согласятся. Хотя, конечно же, многие скажут: «Фу, говно, вот то ли там Samsung или iPhone». Ладно, друзья, спасибо большое, что посмотрели этот немаленький ролик. Но я надеюсь, вам было интересно вместе со мной пробежаться по этим двум, безусловно, очень-очень классным телефонам. Одним из лучших за последние полгода выпущены, это точно. Я надеюсь, если есть вопросы, задавайте. Если есть вопросы по P20, я его еще буду тестировать и буду записывать сравнительную характеристику с P20 Pro. Поэтому задавайте вопросы, я на них отвечу обязательно. Я вот недавно сравнивал, например, видеозапись. P20, как звучит на концерте, да, P20, Galaxy S9, iPhone 10 и, кстати, новый HTC U12, который, кстати, ужасно снимает аудио. Но об этом посмотрите в ролике, внизу есть в описании. Что касается по Mate 10, я тоже делал большой рассказ про Mate 10, смотрите внизу ссылочку в описании. Mate 10 я, кстати, сравнивал и с Galaxy Note 8. Посмотрите тоже внизу, ссылочка в описании. Huawei P20, я про него делал большой рассказ. Посмотрите обязательно, там много примеров фото и видео и всего остального. Вообще, как этот телефон работает, ссылочка в описании. Ну, а вообще, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, про колокольчик не забывайте. Я периодически выкладываю интересные видосы, смотрите обязательно.